Как известно, распространение и продажа наркотиков любым способом, в том числе через сеть интернет, запрещена законом. Но тем не менее, в наше время все больше жителей жалуются на то, что на стенах домов или в социальных сетях очень легко любому человеку встретить рекламу наркотических средств. Для того, чтобы остановить безудержную рекламу и распространение наркотиков и психотропных средств в Экибастузе, стартовала совместная акция городской прокуратуры, управления полиции Экибастуза и неравнодушных волонтеров под названием «Нет наркотикам». Управлением полиции города Экибастуза проводятся рейдовые мероприятия с участием волонтеров и молодежи города по выявлению и закрашиванию надписей граффити по незаконной рекламе. Полицейские совместно с представителями общественных организаций и молодежными активистами Центра развития молодежных инициатив в рамках акции ликвидировали более 100 надписей со стен жилых домов и зданий с предложением и координатами покупки наркотиков в сети интернет. За неделю у нас проведено 3 акции. С привлечением волонтеров широкой общественности мы обошли все окрестности города, заброшенные пустующие здания, жилые массивы. По результатам этой работы на сегодняшний день закрашено более 100 граффити с содержанием и рекламой наркотических средств. Также Канат Атыгаев сообщил, что кроме того, по факту распространения и продажи наркотиков было возбуждено несколько уголовных дел. По результатам этих мероприятий на сегодняшний день зарегистрировано 3 уголовных дела по статье 299 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ, аналогов и их прекурсоров. Конечно же, мы не можем не замечать тот факт, что наркотики стали доступными для любой категории граждан. Снующие по городским клумбам подозрительные молодые люди не должны оставаться незамеченными. Поэтому руководитель городской прокуратуры призывает граждан сообщать о всех известных фактах торговли и распространения наркотиков по указанным на экране телефонным номерам. Хотел бы довести до сведения общественности, что эта акция у нас будет продолжаться. При этом нами заключен меморандум с привлечением общественности, волонтеров. Поэтому прошу всех жителей активно приступить к этой работе и обращаться по этим всем фактам в случае выявления наркотиков, обращаться на пульт 102, либо на телефон дежурного прокурора прокуратуры города.